Сегодня в районном центре в очередной раз с акцией по забору крови работала мобильная станция переливания. По словам доноров, дело вовсе не в материальных побуждениях. Их цель – спасти, возможно, чьи-то жизнь и здоровье, а также встряхнуть и обновить свой организм. С начала работы мобильной станции переливания крови в районном центре довольно быстро набежала достаточно большая очередь из желающих быть донором. Активное участие в данном мероприятии приняли работники райгаза, детской школы искусств, центра занятости, администрации района и сельских поселений, сотрудники службы судебных приставов. Всего в этот день донорами стали 36 жителей района. Нынешняя акция отличается от остальных тем, что первым 20 активным участникам были вручены сувениры от администрации района. Сувениры донорам вручили заведующие отделом по социальным вопросам администрации муниципального образования Кашхабльский район Саида Бегеретова и специалист отдела по делам молодежи Анжела Гумова. Специалисты напоминают, для того, чтобы стать донором, важно не только быть здоровым человеком и весить более 50 килограммов. Есть правила, о которых доноры иногда забывают. Накануне двое суток не употреблять алкогольные напитки и воздержаться от жирной пищи. Важно донору выспаться и утром обязательно позавтракать. Считается, что после сдачи крови человек включает свой запас ресурсов и испытывает прилив физических и интеллектуальных сил. Строгий медицинский осмотр в этот день отстранил некоторых добровольцев из-за низкого давления либо высокого давления перед томлением.